Всем привет! Вы на канале GFOC, и сегодня прохождение игры «Земля мертвых». Это третья часть, полицейский участок. И... я не помню, что здесь нужно сделать. Сейчас узнаем. У меня все, нет револьвера. Хилки. Хилки. Куда? Пойду сюда. Лоу. Да, пойду за хилкой сразу. Блять. Блин, один удар — это две хилки, эти маленькие. Прям. Вообще не круто. Угу. Неудивительно. Это что, винтовка? Ё-моё! А почему нельзя взять эти автоматы? Ого! Это же целый тир! Да, никого нет? Нет, вот здесь. Понял, развлекайся. Ну, короче, а можно их убивать, просто пойти? Заперто. Это открыто. Угу. Нам еще остались хилки? Да, да, нет, нет. Бах. Бум. Это куда я нажал, консоль вызвал? Что? Да, блин, нечестно. Так, нет. Да, блядь. Так.
О. Здесь же лежал. Да. Да, да, нет. Вниз. Ползет, ползет. Вот он выполз. Вот он еще один. Так, с кого начнем? Женским нельзя, а мужской можно. Вот это вот анимация. Как всех перевернула. Что я подобрал? Чего? Какая бейсбольная бита, верните мне топор. Угу. Дальше. О, позвонил телефон. Понятно. Нет, нафиг. Просто зачем нужна эта винтовка? 4 патрона, чтобы убить кого-то.
они мне требуются. Заперто. Чё? Вокруг сделал. Что тут стоит? А, я могу, получается, открыть, да. Его звали Отис. Он рассказал, что полицейский участок был надежным убежищем, но пару дней назад мертвецы разгромили его. Он не стал рассказывать, за что его посадили. Преступник он или нет, я не мог бросить его там. Надо было найти ключ от его камеры. Эй, парень, вытащи меня отсюда. Да, да, хорошо. А тебя можно убить? Не стой столбом. Ищи ключ. Нет, походу нет. Даже не агрится. Я просто так потрачу патроны. Да, типа сюда, что ли? Что он сказал? Что там было? Ты все пропустил. Ищи ключ. Иди в пень, блядь. Блядь, журнал есть? Что там было сказано? Где искать ключ? О! Сто четыре. Ноль четыре. Эвакуация в город живых идет полным ходом. Ключ, блядь. Брату. Кого мы там не добили? А, ага. Найдите ключ в кабинете начальника комнаты 103. 106.
105. 104. 103. Ты то, что выломал. Где мой дробовик? Конечно, да, бы. Куда без этого? Еще будет. Отис, конечно, был рад свободе, но что делать дальше? По радио передали, что одно из убежищ находится в старом театре неподалеку. Мы могли пойти туда. Вот только городские улицы были слишком опасны для прогулок пешком. Слишком много там было этих безмозглых тварей. Но у Отиса появился план. Его грузовик находился на штрафной стоянке. Он решил добраться до него, чтобы потом забрать меня и доехать до театра. А я должен был прикрыть его с крыши. Прежде всего, надо было найти винтовку с оптическим прицелом. В полицейском участке это не должно было стать проблемой. Помните, 0.11, 0.10. Да как ты там прошел же только что? Даже интересно стало, что там. Сюда. Пожалуй, закройся. Да. Пока пропали. Все. Новых мобов загрузили. Будьте сюда вылазить. Двести четыре.
происходит. Вести один. Вести три. Сохранюсь, пожалуй. Чего? А, понятно. О. Так, я там что-то в двери, да, выламливал? Сто патрон. На пятерке, да, у меня? Окей. Пошла жара, блять. Еще ползет. А, глок! У меня же есть глок. Блин, там много. Чего? Откуда? Ага. Иди сюда. Ага, подошел. Уже стоит там, смотрите на него.
какая там кипящая хрень. Опа, новая миссия. Отис был готов бежать к грузовику. У меня было не слишком много патронов, поэтому надо было стрелять аккуратно. Я не мог подпустить к Отису ни одну из этих тварей. Сотка патронов. Надеюсь, меня здесь не будут это... Какая СССР? А я готов, а что мне даже делать? Эй, там, внизу! Чё? Он типа еще идти будет полчаса? О, перепрыгнул пока. И чё там, блядь, стоишь? Да, и у меня здесь будут друзья, да ну на. Отис, иди, блядь, пей, да. Если ты там умер. Замок на воротах. Давай. Да, сука, Отис. Может, бить его, блядь? Да, чувствую, что ты дойдешь и умрешь там. Потому что там будет много зомбаков, а я очень плохо стреляю. А, он ждет на машину, наверное, мне к нему еще придется бежать. Да? Я не хочу туда подниматься. Thank you.
Блять. Да ну нафиг. Хедшот. А, у меня здесь сейф? Нифига себе. Отис, я к тебе. Они сейчас не встают. Вот, я придумал. Где они должны забраться? Я, пожалуйста, сохранить, пока так все хорошо идет. Классно. Вот это я сохранился. Во-первых, вовремя. А во-вторых, я чего-то слушал, что ли?
Чё, где он? Отис едва подбежал к грузовику, как на него набросилась целая толпа. Я видел, как он машет мне рукой и кричит что-то. Я разобрал только слово «театр». Потом он запрыгнул в кабину и уехал. Я снова остался один. Класс. Кидок. Отис бросил меня. Мне надо было найти другой способ добраться до театра. Идти было недалеко, но улицы кишели живыми мертвецами. Я решил добраться до театра по канализации. Охуительная идея. Блять, охуительная идея. Да нет, ёбаный ты в рот. Как у вас начинается эта миссия? Аптечка. Идите на, блядь. Ёбаный ты урод! Сука! Еще дверь ломать буду, да? Ладно, я сам открою. Чё, плавать? Если ты сейчас не проснешься. Дышали носиком, поехали. Да я упал. Ой, понеслась жара. Так, а патронов-то все меньше. Нет, иди в пень. Да, уже третий раз, знаете. Первый раз, да. А. Понятно, понятно. Че вообще их может еще расстреливать? Че мы там есть? Подожди. Давай, револьвер пока. Чего? А ты разве плеваться можешь? Почему не видел, чтобы ты мигал? Дай! Хуя себе! Хуя себе! Так, нужна аптечка, иди сюда.
Сейчас откроем. Похоже, здесь, в центре города Смита, дело принимает... Доберитесь до театра. Я подготовился. Как там туса. Что такое жирное? Че, бочки взрывать? А, их можно, наверное, будет, да, взорвать. Не бороться с этой толпой. Блин, не нахуй. Блять. Добежал, таракан. Все? Если нельзя оружие держать, потому что плаваешь.
большая аптечка. Прикол. Ты откуда? Чего? Эй, плавать? А. А еще лучше взять. А я могу спрыгнуть сюда, что? Ты будешь вставать? Окей. Угу. Это они, конечно, там расплываются. Чего? А, типа завала, чтобы я обратно не вернулся. Театр был забаррикадирован, как настоящая крепость, но все внутри были мертвы. Эти твари добрались и до них. Мне необходимо было отдохнуть, но у меня еще оставались кое-какие дела. Ну, зачистим мы все это в следующей серии. А теперь всем пока и всего хорошего.